Пресвятая Дева Мария у колодца, Чистейшая Госпожа Пресвятого Розария, я укрываюсь в лучах Твоих звезд. Прими меня под свой защитный покров и дозволь, чтобы свет, исходящий от Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, Бога Света, освещал и сохранял меня всегда. Не допусти, чтобы погасла свеча надежды, но дай ей освещать всегда мой дом. Обещаю любить Бога прежде всего остального и быть верным наивысшей любви, которая есть наш Господь Иисус Христос, и Тебе, о Чистейшая Дева Мария у колодца. Услышав Твой призыв, не бойтесь, ныне я прибегаю к Твоему обещанию и взываю к Тебе. Когда неистово задует ветер, Чистейшая Дева Мария у колодца, приди мне на помощь, останься со мной, защити меня. Когда поднимутся бушующие волны, Чистейшая Дева Мария у колодца, приди мне на помощь, останься со мной, защити меня. Когда вспыхнет беспощадный огонь, Чистейшая Дева Мария у колодца, приди мне на помощь, останься со мной, защити меня. Когда неистово задрожит земля, Чистейшая Дева Мария у колодца, приди мне на помощь, останься со мной, защити меня. Я не страшусь, ибо я принимаю Тебя в свой дом и свое сердце, выражаю свою любовь к творению Отца Небесного. Я не страшусь, ибо я принимаю в свой дом и свое сердце Бога Творца, Пресвятой Троицы, возлюбив единого Бога в трех ипостасях, Отца, Сына и Духа Святого. Твердо верую Пресвятую Троицу и вечную полноту ее творения. Госпожа Пресвятого Розария, Чистейшая Дева Мария у колодца, желаю всегда оставаться верным Твоему Сыну и любить Его. Святая Матерь, уповаю на Тебя, Иисуса, прибудьте всегда со мной. Защитите меня, освободите меня от всякого зла. Уповаю также на Твое заступничество перед Сыном Твоим возлюбленным, дабы в момент, угодный Господу, я мог родиться для вечной жизни и видеть свет вечного счастья. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.